Как-то мне уже надоели эти косые взгляды местных. Зачем этот чудак ищет цветочки для этого солдафона? Зачем он прислуживает лорду Телвани, хотя ему самому впору уже владеть своей деревней и башней? Им просто не понять моей миссии, моего путешествия. Но чтобы им не бросаться в глаза, мне нужно немного сменить имидж. Я думаю, как-то так будет в самый раз. Дамы и господа, привет всем, с вами сэр Холмс, это Моровинд, Тамриэль Ребилд. Я немного решил сменить имидж, действительно, и заодно устроить себе еще небольшой челлендж. Мне немного действительно надоел уже топ-левел гир, и я подобрал себе снаряжение такого типа, что некоторое вроде как и обычное, вроде как и не совсем, но при этом оно такое низкоуровневое довольно. Я давно хотел побегать в костяной броне, к тому же. И довольно много лишнего всего я тут повыкладывал. Это, кстати, убежище гильдии воров. В старом Эбингарде я все еще здесь. Немного его начинаю обустраивать под себя уже. Планирую со временем все сюда перенести. Вот, но пока так. Это тут на продажу. Вот, ну, все как обычно, в общем-то. В остальном с собой у меня камни душ различные, молоточки. Здесь, кстати, вот сколько я к ней ходил продавать всякие драгоценные камни, я ни разу не замечал, что у нее в ассортименте есть, смотрите, оборудование алхимика грандмастера. Никогда это не видел. Ну, ступка и пестик у меня, конечно, были, но вот остального я не видывал ни разу. Вот, ну, как выглядит все. Надо будет опробовать это в деле все. Я думаю, пока это оставлю у себя. В принципе, то, что я беру какие-то более непритязательные вооружения и доспехи с собой, и так дает достаточно челленджа, я думаю, что это можно оставить. Лук теперь у меня старый, добрый, от Эшлендеров, костяной тоже. Копье, которое мне дали в гильдии магов, и каморы. Но клинок я решил оставить, Мара Элина, на случай, если какой-то сильный противник все-таки попадется. Это с собой всякие разные приблуды, дорогие амулеты, кольца, на случай, если что-то подвернется случай зачаровать. У них должна быть хорошая вместительность. Ну, само собой, квестовые какие-то штуки. Поменьше свитков, потому что многие из них действительно не очень нужны. Навел порядок в заклинаниях в своих, лишние там какие-то бесполезные или дублирующиеся поудалял. Вот, ну и как-то так. Давайте же отправимся дальше в путь. По поводу пути. У меня все еще на повестке дня в первую самую очередь... А каменный кристалл найти нужно, чтобы спасти Данмера, погибающего. Но черт возьми, в старом Эбингарде нигде нет каменного кристалла, как бы это удивительно не было. Я думал, что здесь вот можно найти все. Кстати, у них нет даже костяной кирасы, я поэтому взял кирасу кожи Нетча. Но зато оно все смотрится хотя бы друг с другом неплохо, а? Не правда ли? Стильненько довольно. Подбирал прям. Да, спасибо, спасибо. Я доволен, отдохнув, сыт. Можно, в принципе, в путь отправляться сразу. Я попытаюсь счастье еще в Акаморе. В плане второго приоритета у меня вернуться в земли Телвани и взяться за поручение лорда Телвани, которое он мне недавно еще выдал. И я буду возвращаться самыми быстрыми путями туда. Welcome, friend. Are you the one I've heard talk about? Дайте-ка, может, у вас тут есть каменный кристалл? Смешно, конечно. Не, ни черта. Вообще нет ничего похожего.
И вы знаете, я тут только сейчас вспомнил кое-что, что я еще хотел выложить и забыл. Это... Ой, а тут меня все любят, я думаю, они за этим приглядят. Вот. Take my money. Так, ну это не просто. О, вот так. 1500 оставим себе. На карманные расходы. Ну, потому что, камон, разве можно таскать с собой 350 тысяч золотых монет? Вот так такой весистый мешочек с золотом, считай. Здравствуй, друг. Так, давай, что я... Давай, одну вот такую штуку, это мне пригодится. Нету, да? Мне бы еще не помешало что-то для повышения привлекательности. Я тут взял даже пепельного батата, вот этой вот грязюки, чтобы... Чтобы что? Чтобы укреплять интеллект. Она вас... На укрепление привлекательности у тебя ничего. Как и каменного кристалла, конечно же. Ах, да, я чуть не забыл. Я же тут еще квест хотел сдать. Франсин, у меня есть для тебя хорошие новости. Наконец-то доставил твое письмо с извинениями, которое ты меня просила доставить еще 4 реальных года назад. А, он не был опечален? Как это интригует. Я слышала, что... Данмеры... очень горды, их легко оскорбить. А волшебники Телвани тем более. Получается, что я волновалась ни за что все это время? Ну что ж, я очень облегчена. Но не мне жаловаться. Спасибо, Холмс. Я надеюсь, что эти свитки — это достойная награда. Но прежде чем ты уйдешь, Холмс, а не заинтересует ли тебя еще одно похожее задание? Ну, если ты 4 года ждала, пока я... Ну ладно, реально, игрового времени куда меньше было. А, Тевилс Пис, это же успокоить гуманоида. Да, нормально, хорошо, да, спасибо. Полезные свитки. А, конечно, что нужно? А, чудесно, Холмс. Ты, должно быть, знаешь, что недавно я начала изучать энергии, исходящие из мест, которые постоянно используются в ритуалах призыва. Одно из таких мест, возможно, самое... постоянно активная. Это кузницы костеходцев в Некроме. Если мои догадки верны, то эти остаточные энергии внутри кузниц имеют очень интересные свойства. Ну, давай, рассказывай подробнее. В общем, моя догадка по поводу природы этих остаточных энергий принесет очень много пользы, если мы сможем сделать некоторые измерения внутри этих кузниц. Вообще, нам не позволено проникать внутрь кузниц и проводить какую-то работу. Это будет неуважительно и, возможно, повредит ритуалам. Но мы напрямую попросим разрешения. Ну, как бы то ни было, я сама скоро отправлюсь в Альтбасару. Поэтому я не смогу этим заняться. Холмс, могу я просить тебя совершить путешествие в Некром, найти управляющего, ответственного за кузницы, и попросить разрешения? Да, конечно, но не обещаю, что я это сделаю быстро, знаешь ли, я занятой организм очень.
Ну да, надо поискать в Акаморе сейчас тогда каменный кристалл. А, и, да, надо, наверное, поужинать уже. Невероятно, в первом же месте просто. Отлично. Все, сейчас надо поспешить туда прямо. В то самое место. Я еще вспомнил, что в танк Тамузант не зашел там. Я же хотел... Вы помните эти две мирские руины, где мне много раз подряд надавали, накостыляли? Вот. Я думаю... Надо все-таки изучить, что там у них за фабрика такая двемерская, страшная, непонятная. Какое тут лучшее блюдо у вас? А хотя я же сейчас обеднел немножко, давайте поскромнее. Мясо дурзога, нормально. О, зеленый лишайник. Да, зеленый лишайник, это мне нужно. А, и пепельным бататом закусить. Давай сторгуемся, нет? Сейчас вот впору считать каждый септим. Наконец-то я нашел этот каменный кристалл, невероятно. Так, и я еще на рыночек зайду, гляну, что тут у них есть из доспехов, может, еще интересного. Ну да, вы знаете, я, пожалуй, оставлю костяную броню все-таки. Костяной сет один из самых внушительных в Моровинде. Но кожу неча я тоже ставлю вареную. На случай, если она вам больше все-таки приглянулась, можно будет переодеть. А теперь надо отправляться дальше. У меня на повестке сейчас... Раз мне удалось найти каменный кристалл, это... помощь Данмеру, погибающему в глуши. И еще у меня есть квест в Мороге, который тоже хотелось бы. Там тяжело больная женщина. Да, просто без лишних слов погнали в Тель-Мусаду. Все севернее и севернее. Так, это я где очутился? Ой, да, я у него брал это. Что ж, как это называется? Голос. Голос я у него брал. Тут, кстати, интересные. Хотя нет, не особо. Я, кстати, с собой взял еще мантию. Может быть, я захочу ее поносить. Я совсем, конечно, иначе становлюсь. Совсем другим. Она, кстати, скрывает костяные наплечники, что удивительно. Я не знал, что, кстати, наплечники разного типа бывают. Какие-то скрываются мантии, какие-то нет, остаются поверх мантий. Вау, красиво-таки. Одиннадцать вечера. По-хорошему переночевать, но тут, по-моему, негде у них в Тель-Мусаде переночевать-то. Так. Что тогда? Как лучше поступить? Тальмус. Отсюда куда можно доехать? Камора и Хилним. О, до Хилнима можно? Так давай. Хилним, давай, конечно. Я уже забыл, что там есть Силстрайдер. И отсюда надо метнуться до Морога. Ой, ой! Каким чудом я не разбился. 3 утра. Будем считать, что я отоспался в Силстрайдере. Красивый мостик. Где-нибудь в Мороге найду себе пропитание, я полагаю. Так, вот, кстати, интересно, по этим местам я еще не ходил. Runyon Run, Firewatch. Кстати, по идее, где-то в этих местах можно найти место паломничества, которое мне так нужно.
А пока что мне сюда. Описание, где я могу найти это место, оно очень уж такое расплывчатое. Так, а туда что у нас? Что это за дорога на... А, это на север. Ой, какая. Это на запад, это на север, это на юг, да? Очень интересно. Тут еще моя нога не ступала, или правильно сказать, лапа. Может быть, где-то здесь даже это место. Черт его знает. Можно действительно пешком отсюда. Так, наверное, даже будет быстрее и правильней. Где-то же тут этот... Вот, вот здесь вот находится, да, номер наш? Да. А это еще что такое? Это не голые или норды опять? Надену-ка снаряжение боевое на всякий случай. Здрасте. Помоги, он сумасшедший. Что такое? Не слушаю, органианин, она ведьма. Она украла мою одежду и мой топор. Удар молнии. Я никогда не видела этого человека в моей жизни. К тому же... Я знаю, если бы я знала какую-нибудь магию, я бы уже давно его во что-нибудь превратила. Тихо, 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 ты чего? Ну-ка, а ты можешь успокоиться? Так, чё там? Успокоить гуманоиды. Тихо! А, я не в настроении с кем-то драться. Хорошо, хорошо. Так, кто из вас двоих придурков украл мой удар молнии? А, похоже, она не та женщина. А я нигде не могу найти ни следа моего удара молнии. Я остановился недавно в Тель-Мусаде и предложил... Бренне Смитте, местной алхимичке, составить компанию дороги в Хелмним. Ну, слушайте, а это не за то или приударял у нас из Морога парень? Знакомое имя. Я полагаю, что это другая женщина, хотя очень похоже. Ну, как бы то ни было. Мы шли в Хелмним. Смитти напала на меня и наслала сонные чары. Когда я проснулся, женщина, которая стояла рядом со мной, была эта женщина. Так, ладно, а ты что скажешь? Да, спасибо. Она видит, что я все равно неплохо одет. Ты не видала этот топор? Я не знаю, что случилось с этим топором. Я клянусь, я его не брала. Но спасибо, что помог успокоить его. Я не была уверена, что... Ну, я не знала просто, что делать. Пожалуйста, возьми это золото. Все, что могу тебе предложить. А как тебя тут? Да, красивые поля, только побегать пришлось. Кстати, с копьем или палка какая-то. Ах уж эти норды. Мне нужно найти удар молнии, Холмс. Да-да-да-да.
Хельмусада и Хелним. Очень обнаженный Норд. Ладно, хорошо, я, кажется, знаю, о ком ты. Я... Вряд ли я ее видел в Хелниме, эту бретонку. По-моему, она в Мороге, реально. Я вот за ней как раз приударял этот солдафон. Надо же, как тут... Петля такая. Прямой дороги в Марокко-то нет. А, вот тут, смотрите, я был. Так, а где тут же еще один? А, вон он. Здравствуй. Да, перекусить бы не помешало, давай. Мне продать-то особо нечего даже. А, стоп. Я же хотел по поводу... Да, не про шлендеров ни черта не знаю. Тут ферма какая-то рядом. Судя по карте, может быть. Туда заглянуть. Где-то прям рядом тут. Я на нее забредал, видимо, когда путешествовал. Где-то тут должна быть рядом. А, вот, наверное, она. И что, приятно? А, вот. Что, приятно? May I help you? А, кстати, похоже на шлендеров. Опа, есть реплика. Да, что? Я видел Эшлендера. Хансарат — это путешествующая жрица, которая сейчас находится на моей ферме. Поговори с ней, если нужно. Хорошо, спасибо. Повезло. Тихо, тихо, что ты дергаешься? Нет, тут говорят, Эшлендер у вас дома сидит, да? А, я как-то к ним заходил, да. Что-то она тут говорила, что парни тут должны быть рады, что я с ними. Здравствуй. У меня тут больная Данмерша неподалеку. Сердечный пепел. Это всего лишь третий раз, что я слышу о такой болезни. Да, я могу ее вылечить, но за плату. Ингредиенты очень редки, так же, как и эта болезнь. Мне потребуется 100 золотых монет в качестве оплаты, чтобы я могла пополнить свои запасы. Да ладно, держи. Нету времени с вами тут припираться. Мудрый выбор. А теперь, пока я его подготавливаю, позволь мне спросить тебя.
Это не такая уж редкость для некоторых людей освобождать рабов, которых они находят. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Если бы у тебя была возможность, ты бы освободил Джиллу от рабской доли. Да, я делал это раньше, и сейчас, в общем-то, не против, да? Замечательно. А теперь я расскажу тебе мой план. Потому как я тоже хочу освободить Джиллу. Она из моего клана. Ты мне поможешь. Это зелье не снадобье, но мощное зелье телекинеза. Не волнуйся. У Джиллы нет сердечного пепла. Такой болезни вовсе не существует. Она отравила себя камушком, который я ей дала. Я попросила Севру дать ей этот камень с письмом, которое подтверждает, что я выкуплю Джиллу за щедрую плату. Сейчас. Ну, что-то там износилось, короче. То ли письмо, то ли что-то с этим камушком случилось. Так вот, дай ей это зелье, и она притянет к себе ключ от каков. Понял, спасибо. Все, пошел. Не буду терять времени. Светает. 5 утра. Так, вы меня куда-то на восток. А, нападают! Иди к черту какое. Неплохо даже блокировать какие-то удары научился. Так, где тут что? А, он, похоже, морок. У меня там же еще этот солдафон-то просил вернуться, проведать его после того, как они пропутешествуют с... А, это там Амар, да, по-моему, уже? Да, Амар. Вот, собственно, мне сюда. Ну, тут мы с вами были, так что это проскипа. Я тут вспомнил, что у меня еще один квест оставался нерешенным. Если вы помните, это еще в Антирине квест с личом и крестоносцем. Лич прячется в гроте, а грот ведет еще к тайному дейдрическому святилищу. И там выбор, либо убить лича, либо убить крестоносца. Я убил крестоносца, как вы помните, но почему-то... У этого квеста есть единственный способ его завершить, это убить лича, хотя я же пошел другим путем, я считаю, что это недоработка, и этот квест выполню через консоль. Вот таким образом я еще давно это хотел сделать, год назад, но тогда еще на просторах интернета то ли я плохо гуглил, то ли не было информации о ID этого квеста. И вот, он нам говорит, что лич Хаутарма, его больше нет. Все, и квеста больше нет в журнале. Ну, а вот наша Джилла. Джилла, выздоравливай. А, выздоравливать. Хансарат. Вот тебе лекарство. О, спасибо, Холмс. Я приму его немедленно. Она выпивает зелье. Забавный вкус, интересный, но... Я думаю, все будет в порядке. Спасибо, что помог. Так, и чё? Надо сказать Севре, что все хорошо. Севра? Ну как, Холмс? Сделал что-то с болезнью Джиллы?
Да, она уже выглядит лучше. Спасибо тебе, Холмс. Возьми это за твои неудобства. Продажа Джиллы может компенсировать мне это. Не беспокойся. Но чтобы быть на стороне победителей, так сказать... Возможно, ты захочешь вернуться через день или чуть больше. Если она все еще будет больна... Снова нужно будет поговорить с этой мудрой женщиной, жрицей, шаманкой. Как там эти? Я опять забыл, как они называются. Да. Мне следует вернуться, посмотреть, удалось ли избежать. Угу. Так-то надо, по идее, будет еще. Блин, у меня нету времени. Ну... Я так часто употребляю эту фразу в реальной жизни. Забавно. Но этого дня у меня действительно, если подумать, нет. Да, надо сходить в трактир местный. Посмотреть, вернулась ли бретонка. Вроде бы это оно. Нет, это торговец. Вернулась. А, ну это не она. Видимо, все-таки в Тель-Мусаде наша. Ты про топор ничего не знаешь? Тут Норда голову нашел, знаешь? Нет? Ладно. У него, кстати, ухудшилось отношение ко мне. Что-то мне кажется, что не пошло у них все как хотелось по этому парню. Так, у меня... Есть медленное падение. Давайте попробую. Как сложно-то. Давай! Жесть. Ну, я не сдамся. А чё-то все равно как-то жестко. Подожди, а куда? А, вон. Дружище, привет, как у тебя там прошло? А, Холмс. Я не знаю, смогу ли я отблагодарить тебя по достоинству когда-нибудь. Это был один из самых чудесных опытов в моей жизни. Я думаю, что мы с Рерини наконец-то узнали друг друга поближе. И это все, что ты мне скажешь? Ладно, может спросить еще саму Рерини. Она говорит, такой милый человек. Я рада, что я его узнала. Чудесно. Отлично, здесь тогда готово, на пока что. Надо будет вернуться еще раз в Марок. И мотнуться, значит, в Тель-Мусада все-таки. У ними же нет храма, да? Я думал, пешком. До Силдстрайдера далеко, пока тут на корабле доплыть, потом на Силдстрайдере отсюда. Проще пешком, действительно. На своих двоих, так сказать. А, тут можно же через Кемелзе, наверное, будет даже быстрее. Ну, вот. Ну, в принципе, мы это все видели, так что... Эту дорогу я тоже скипну. Ну, тем более я не собираюсь там вступать ни в какие потасовки, никуда лезть, сходить с дороги. Ау. Вот, но если что-то появится интересное, я, конечно же, включусь. Да, действительно, говорят, что ее магазинчик находится в башне. Да, хорошо, память меня не подвела.
Сейчас осталось ее саму найти тут. О, нашел. Нижней башни опять пришлось спрыгнуть с верхотуры на стол с орнадой. Топор Норда не видала. Ага, да, этот Норд. Да, я накачала его простым усыпляющим зельем, потому что он шутил, что я просто ужасная рассказчица. Плохие шутки. А, нет, у него шутки были плохие, правда, говорит. А, я взяла его пожитки, чтобы проучить его. Ну, как бы то ни было. Можешь вернуть ему топор, чтобы он никому больше проблем не доставлял. Это ж мой свиток, да? Это ж я выкладывал тут. О, отлично. Так, а что за топор-то хоть? О, смотри какой, а. Это он из чего сделан? А, ну нордский он просто. Вау. Смотрите какой. Ну ладно. Да, кстати, по пути в Тель-Мусаду ничего не приключилось, кроме того, что пара гончих. Она меня напала, я их зажарил себе на обед. Так, выход где? Как выйти отсюда? А, скамбы бы вас всех побрал. Лорд Тилвани меня не поймет, что я тут, блин, мотался нордом, помогал их топоры отыскивать. Да и Данмер тот, наверное, помрет, пока я вожусь с ними. И вовсе она не похожа на ту бретонку, ну. А, приветствую, друг. Удалось найти удар молнии? Да, ты правда его нашел? И говоришь, это был алхимик из Тель-Мусады? Я, похоже, перепутал этих двоих. Ну, я должен тебя поблагодарить, дружище. Ты ведь, наверное, не так много знаешь, как пользоваться такими топорами. Возможно, я тебя смог бы научить парочке приемов. Повысил навык, да, мой? Не ощущается особо на фоне моих. А, вон там раскопки. А, ладно, раз уж я тут, вернусь в Марок. Ну, давайте посмотрим, удалось ли сбежать нашей подруге. Да, похоже на то, смотрите-ка. Yes, sir. Джилла сбежала, Холмс. Она сбежала, похоже. Я ее не продала. Это снадобье, что ты ей дал, помогло ей больше, чем я рассчитывала. И ее возобновленные силы помогли ей сбежать. Холмс, мне нужно, чтобы ты провел расследование. Отправляйся на ферму Веролан и поговори с Хансарат. Надо понять, что это было за снадобье такое. Да, что ж, опять куда-то меня посылают. Ну, давайте это уже в следующем эпизоде, друзья. На сегодня событий достаточно, по-моему. Довольно насыщенно получилось. Столько мест посетил. Надо закончить тут с этим, действительно, и двигаться уже к страдающему Данмеру. А вам спасибо за просмотры. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, что думаете. И все такое. Сэр Холмс, Tamriel Rebuild. Пока-пока. А если обвинить генерала Кассика в предательстве и сказать, что он должен быть наказан, то есть выступить в обвинении, что будет дальше? Что ж. Такой поворот событий, достаточно-таки сюрприз. У тебя есть какие-то свежие доказательства, чтобы представить их суду? Так, и какие у нас тут варианты? Он признал, что его история про Деэдра была ложью. Он признался своей жене, Нерасе Веран. Так,
Ага, у меня здесь есть накладная на собственность в бассейне Нибиней. Генерал Кассик не был богатым человеком и, предположительно, не имел своей земли. А эта земля могла послужить наградой за предательство его клятв. И вот, у меня есть письмо, написанное его любовницей, Аргнянкой. Возможно, она убедила его спланировать атаку на Чернотопье. Вот какая коварная аргнянская дева, да? Аргнянки не так просты. У меня нет доказательств, но я убежден, что он виновен. Ну так, мы не будем, конечно, отвечать. Давайте начнем с затравочки, что генерал признался, что это все было ложью его история. Да, это признание уже записано. И было основой для заключения Кассика. Есть ли у тебя какие-то еще свидетельства? Генерал Кассик имел любовницу Аргнянку, которая соблазнила его на предательство империи. На самом деле были слухи о таких подобных интрижках генерала. И это похоже на подтверждение этих слухов. Есть ли у тебя свидетельство, доказательства, чтобы представить его перед судом? Письмо было отдано. Окей. Вот, это все, что у меня есть. А, все, что ли? Да, смотрите, говорит. Ну хорошо, нам нужно подумать над этим делом. Суд будет совещаться в течение часа. Проходит час. А после того, как мы осмотрели доказательства, представленные на суде, суд постановил генерала Кассика виновным в предательстве своего долга, заговоре и то, что он пошел против своих клятв службе империи. Наказание — это смерть обезглавливанием за твои заслуги перед империей. Ты будешь вознагражден, Холмс. Пожалуйста, прими этот амулет. Ну, то же самое. Холмс, момент твоего времени. Теперь, когда мы можем говорить наедине. А похоже, что после всех этих лет и всех этих заявлений, что он был невиновным, похоже, Кассик действительно был доэдрой. А после того, как его казнили, его тело преобразовалось в какую-то сущность. Он, похоже, каким-то образом сам себя убедил в том, что он настоящий Кассик. И сидит в тюрьме уже так долго. Ну или он сам поверил в то, что он Кассик, за то, что так долго сидел в заперти. Если он только знал... А, если бы мы только знали, что с ним случилось на самом деле все эти годы назад. Да, вот так вот. Тут действительно встает вопрос, что удерживало Даэдра в смертном плане в Мундусе все это время, 30 лет за решеткой. Вот, но у нас под предыдущей серией было обсуждение с Мэтром и Вантарином по этому поводу. Я предполагаю, что, возможно, просто какие-то чары наложены на темницу и не давали Даэдра сбежать обратно. Вот. Вантарин предположил, что может быть кто-то из более высших Даэдра его удерживать продолжал здесь, но я не знаю, я не вижу в этом смысла. Вот, но тут наша прокурор говорит, что может Даэдра сам поехал немного рассудком. В общем, буду рад, если тоже поделитесь своими мнениями, что тут, что вообще происходит.